Она в интервью. Она стилист. Расскажи ее. Хорошо. Я тогда скажу. Окей. Hi, my name is Люба. What's your name? По-русски? Здравствуйте, меня зовут Люба. Как вас зовут? Меня зовут Жанна. Очень приятно. Вы кем работаете? Вы модель? Вот так, все. Вы кем работаете? Я стилист. Меня пригласил creative director простилизовать, собрать моделей, кого я хочу, и одеть их так, как мне, как интересно, как будет интересно для моделей, как они будут одеть их, создать им аутфит, в которых они будут выглядеть хорошо. Независимо от того, какого типа аутфит. Поэтому все модели одеты по-разному. Вот это одна из моих моделей. У нее вечерний лук. Можете посмотреть. Оля, повернись, пожалуйста. Хорошо. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Ольга. А вам нравится быть моделью? Вы знаете, это очень удивительная профессия. Здесь много плюсов, много минусов, но точно могу сказать, что это безумно увлекательно, но также очень тяжело. Скажи, какое было самое опасное шоу, которое она делала? Какое было самое опасное шоу, которое вы делали? Наверное, это была съемка, это не было шоу. Это были огромные высокие горы. Я стояла на таком очень скользком камне. И ради таких безумно, конечно, крутых фоток пришлось порисковать жизнью. И в тот момент я, честно говоря, стояла и понимала, что буквально один шаг, и меня просто нет. То есть это было страшно. Сизл, я набрала на шоу Димы. Какое шоу ей больше понравилось на неделе моды? Сизл и Дима. Да. Ага. Вы были на шоу Сизл и на шоу у Димы. Какое шоу вам больше понравилось? Скажу честно, это шоу Димы, потому что там были... Это были крутые дизайнеры. Это Пьетро from Italy, из Италии. Это турецкий дизайнер Луиджи. Я до сих пор с ними в очень тесном контакте, и мы договорились вновь сотрудничать, поэтому определенно, да, шоу Димы. А какой ваш Инстаграм? Мой Инстаграм костина.olga008. 008.